Аппарат Совета Федерации познакомился с Ульяновской областью. Председатель Комитета по экономической политике Андрей Культепов вместе с главой региона посетил Ленинский мемориал, где идет капитальный ремонт. Делегация прошла по этажам, осмотрела готовность отделки и коммуникаций. Малый зал для органной и камерной музыки уже готов. Осталось привезти орган из филармонии. Его переселением должна заняться немецкая компания, которая создала инструмент. Планируется также и создание выставочного пространства. По мнению Андрея Кутепова, мраморная жемчужина советской эпохи может привлечь туристов в Ульяновскую область. Главное – правильно организовать работу. Если мы сможем сейчас организовать на базе данного мемориального комплекса достаточно хорошие, на хорошем уровне выставки, посещаемость увеличится в несколько раз. Это говорят об этом цифры. Поэтому не надо терять ни дня. И после того, как только будут подписаны документы о вводе данного объекта, к этому моменту должны быть сформированы планы на ближайший год, два, три. И каким образом? Это каждый день должен этот объект работать. Глава региона Алексей Русских солидарен с Кутеповым. В связи с эпидобстановкой внешний туризм позиции сдал, однако внутренний начал развиваться. На этой волне необходимо привлечь в наши края соотечественников. Как только границы откроют, будем привечать иностранных путешественников. Я считаю, очень будет якорным для привлечения туристов. А дальше будем смотреть, каким образом привлечь, когда откроются все международные маршруты в полной мере. Конечно, и Китай, и Вьетнам. Для них это очень знаково. Далее первые лица посетили президентский мост. На данный момент строится второй пусковой комплекс, расположенный на 13 километров дороги Ульяновск-Димитровград-Самара до пересечения улиц Оренбургской и Врача Михайлова. Объект скоро будет готов. Движение откроют в августе. В Заволжье сенаторы и представители региональной власти посетили кузницу кадров, межрегиональный центр компетенции на базе авиационного колледжа. Напомним, в объект вложено более 250 миллионов рублей из федерального бюджета и более 405 из регионального. На эти средства обустроена современная лаборатория для учеников. Гостей встретили студенты и руководители учреждения. Начали с презентации проектов, продолжили экскурсии по мастерским. Во время обхода будущие автомеханики, электрики и другие специалисты продолжали оттачивать свое мастерство. Позже директор учреждения поделилась с гостями своей мечтой. Мы хотим создать вот такой вот общий кампус с общежитием, со спортивным городком, с кинотеатром, вот с такими мастерскими. Это вот концепция деятельности нашего. То есть у нас есть пути, есть взгляд, как будет работать большой комплекс. Также в план мечты входит строительство 9-этажного общежития коридорного типа на 800 мест. Алексей Русских и Андрей Кутепов идею поддержали. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улправда ТВ.